Мы с вами не раз устанавливали программы с помощью команды DNF Install, но пора детальнее разобрать эту тему. Для начала вспомним, что мы вообще знаем о программах. Чаще всего под программой мы подразумеваем запускаемый файл. И мы знаем, что в переменной path перечислены директории, в которых bash ищет эти запускаемые программы. Для примера возьмем SSH. С помощью команды which-ssh мы можем узнать, где именно находится запускаемый файл – user-bin-ssh. Однако этим файлом программа не ограничивается, у нее есть настройки в директории etc/ssh. Еще есть библиотеки, при помощи которых работает эта программа. Их мы можем узнать с помощью команды ldd. Также у программ есть документация, которая лежит в user-share-doc. Файл сервиса, если это демон, и много других файлов, которые лежат в разных директориях по всей системе. Исходя из вышесказанного, при установке мы должны расположить все эти файлы по системе. Лучший способ распространять много файлов в архиве. При этом, если я захочу удалить программу, мне же нужно будет все эти файлы поудалять, а значит надо вести учет, что и куда было распаковано. Ну и помните, мы говорили, что есть сервисные пользователи. Сервисы, по-хорошему, должны работать не от рута, а от специальных пользователей. То есть, если мы ставим веб-сервер, то он должен работать от сервисного пользователя. А пользователи – это не файлы. Их нужно создавать с помощью команды user-add. А значит, не всегда достаточно просто распаковать архив. Иногда бывает нужно еще и запустить команду или скрипт, чтобы, например, добавить сервисного пользователя. То есть программы распространяются в виде архивов, но у этих архивов еще могут быть скрипты и всякая информация о самом архиве. И такие архивы называют пакетами. Когда говорят про установку программ на Linux, речь идет о пакетах. Мы устанавливаем пакеты. При этом внутри одного пакета может быть сразу несколько программ. Например, ставим один пакет lvm2, а внутри pvcreate, vgcreate, lvdisplay и куча других запускаемых файлов. Но все они относятся к программе lvm. При этом можно сделать пакет, внутри которого не будет исполняемых файлов, только конфиг файлы и скрипты. Например, так можно распространять настройки. То есть не каждый пакет является программой. Для работы с пакетами есть программы, называемые пакетными менеджерами. Они устанавливают пакеты, удаляют их, обновляют, ведут учет, выводят информацию, то есть управляют пакетами. Пакетных менеджеров много, на разных дистрибутивах могут быть разные. К примеру, на CentOS и многих RHEL-based дистрибутивах используются RPM, YAM, DNF, а на Debian-based дистрибутивах, например, на Ubuntu, используются dpkg, apt, apt-get, aptitude. К тому же у самих пакетов могут быть различные форматы. Они по-разному собираются. На Debian-based дистрибутивах формат .deb, а на RHEL-based дистрибутивах RPM. Для примера скачаем какой-нибудь пакет. Это можно сделать с помощью команды dnf download. У нас скачался файл с расширением RPM. В названии пакета указано название программы, ее версия, дистрибутив, под который сделано, это CentOS 8, дальше архитектура, под которую собран пакет. В данном случае под 64-битные процессоры, ну и расширение RPM. Как мы говорили, пакеты – это архивы, а значит их можно распаковать. Мы с вами изучали архиватор tar, но RPM-пакеты архивируются другой утилитой – cp.io. Воспользуемся ей, чтобы распаковать этот архив. Из архива у нас вышли три директории – etc, run и user. Ничего не напоминает? Правильно, это директории из корня. И когда мы устанавливаем пакет, он разархивируется в корень. В etc копируется директория etc/lvm, в run копируется директория run/lvm, а в userbin – те самые файлы команд. Причем можно заметить, что большинство файлов этого пакета в userbin – это просто символические ссылки, ведущие на одну программу. Мы еще говорили, что кроме архива, в пакете также есть скрипты. В deb-пакетах внутри самого пакета может находиться два архива. В одном – скрипты с информацией о пакете, а в другом – архив с файлами. Что касается RPM-пакетов, то тут информация и скрипты вшиты в сам пакет –
И чтобы их увидеть, надо распаковать командой RPM. Например, чтобы увидеть скрипты, надо выполнить команду rpm qp scripts. На первой строчке мы видим post-install scriptlet. Это скрипт, выполняемый после установки пакета. Чуть ниже можно увидеть pre-install scriptlet, а еще ниже post-install. То есть скриптов может быть несколько. Какие-то выполняются до установки пакета, какие-то после. Причем, если обратить внимание, нижние скрипты вообще выполняются при удалении пакета. Например, чтобы отключить лишний сервис. Ну и помимо скриптов, пакет содержит информацию о себе, которую также можно увидеть с помощью утилиты RPM. RPM QIP. Наверху у нас та информация, которую мы видели в названии пакета. Имя, версия, релиз и архитектура. Также у нас тут указан epoch. Это тоже касается версии. Просто иногда разработчики софта могут менять нумерацию версии, либо ввести ее каким-то нестандартным образом. Тогда пакетному менеджеру бывает сложно понять, а какая версия пакета новее. И вот epoch номер спасает в таких ситуациях. Также в информации о пакете указан его размер, лицензия, время сборки, кто собирал пакет, ссылка, небольшое описание и прочая подобная информация. Хорошо, с тем, что из себя представляет пакет, мы разобрались. Поговорим о пакетных менеджерах. На CentOS есть два основных пакетных менеджера – RPM и DNF. Часто в интернете вы можете натыкаться на команду yum. Это также пакетный менеджер, но он использовался в предыдущих версиях CentOS. Его переработали и выпустили новую реализацию – DNF. А yum остался как символическая ссылка на DNF, чтобы облегчить переход пользователей и не сломать инструменты и скрипты, работающие с yum. Синтаксис во многом совпадает, поэтому на старых системах вы можете вместо DNF писать yum. Чтобы увидеть разницу между RPM и DNF, следует понять особенность разработки софта под GNU/Linux. Большая часть ПО под Linux системы сделана с открытыми и свободными лицензиями. Эти лицензии предполагают, что любой желающий может использовать, изменять и распространять программы, не спрашивая ни у кого разрешения, минуя всякую бюрократию. И когда разные разработчики пишут программы, им не обязательно изобретать велосипед. Они могут взять кусочек чужой программы. Обычно это библиотеки, а иногда и целые программы. В итоге сотни программ могут использовать одни и те же библиотеки. Одна программа использует другую, другая третью и все такое. Если все встраивать в самую программу, то программа будет весить много и потреблять много ресурсов. А если делать общие библиотеки между программами, все делить, то не придется один и тот же код использовать в разных программах. В итоге программы занимают меньше места. Но при этом появляется понятие зависимости. В самой программе может не хватать чего-то для работы, и ей для этого нужна другая программа или библиотека. Одни программы начинают зависеть от других. Если вы удалите одну библиотеку, могут перестать работать сотни программ. Или, скажем, у вас установлена библиотека версии 3, и вы пытаетесь установить программу, которая требует ту же библиотеку, но версии 2. Если вы замените новую библиотеку на старую, то могут перестать работать другие программы. То есть пакеты зависят друг от друга, и зачастую недостаточно установить один пакет, нужно ставить несколько. И чтобы не ходить по разным сайтам в поисках их зависимостей, не скачивать пакеты по одному, разработчики дистрибутивов делают специальные сервера, где лежат десятки тысяч пакетов для их дистрибутива. Эти сервера называются репозиториями, тем более лицензия позволяет распространять софт любому желающему. И вот среди разработчиков дистрибутива есть люди, которые постоянно проверяют определенный софт на новые версии, зависимости, проверяют стабильность и безопасность, после чего делают пакет с этим софтом и добавляют его в репозиторий. Такие люди называются мейнтейнерами. И они следят за тем, чтобы в рамках одной версии дистрибутива не было проблем. Зачастую бывает невозможно установить разные версии одной и той же библиотеки, а значит нужно выбрать определенную версию для дистрибутива, основываясь на стабильности, безопасности и том, что большинство софта требует именно эту версию. Список зависимостей можно посмотреть с помощью команды dnf-deplist. Здесь мы видим, какие программы и библиотеки требуются для LVM2
и в каких пакетах они есть. Но когда вы устанавливаете программу, вам не нужно беспокоиться о зависимостях. Этим занимается пакетный менеджер. Он видит зависимости каждого пакета, он находит подходящие пакеты в репозитории и предлагает их установить. Кроме того, в данной ситуации DNF сказал, что этот пакет уже установлен, но его можно обновить, и предлагает обновить его вместе с зависимостями. Если обобщить, нередко для работы одной программы нужна другая программа или библиотека. Есть сервера, называемые репозиториями. На этих серверах лежат пакеты. Пакетный менеджер может найти в репозитории нужный пакет и его зависимости, то есть другие пакеты, и установить все вместе. Но не каждый пакетный менеджер работает с репозиториями. DNF это умеет, а RPM нет. При этом RPM это главная утилита для работы с пакетами .rpm. Она позволяет создавать пакеты, изменять и все такое. То есть это низкоуровневая утилита. И хотя она умеет устанавливать пакеты, в большинстве случаев не стоит так делать. RPM может знать о зависимостях, но не может их решить. С RPM вам нужно вручную разбираться с ними. То есть зачастую лучше использовать DNF. Но RPM это не бесполезная утилита. Она предоставляет библиотеки для работы DNF, а также базу, где учитываются установленные пакеты и вся информация о них. В базе RPM как раз хранится информация, а какие именно файлы и зависимости были установлены вместе с пакетом. К примеру, RPM может ввести список всех установленных пакетов. Здесь Q – это сделать запрос A – All – обо всех пакетах. До этого были ключи QL – вывести список файлов пакета. Я не буду разбирать все ключи, потому что их очень много, но есть MAN и HELL, где все детально расписано. Ну и можете почитать про топ-20 команд с RPM, чтобы иметь чуть больше представления об этом пакетном менеджере. Сейчас же перейдем к DNF. Как мы сказали, DNF работает с репозиториями, с серверами, где лежат пакеты. Репозиториев может быть много. Есть основные репозитории, где лежит большинство пакетов дистрибутива. У одного дистрибутива может быть несколько репозиториев. Это зависит от разработчика, кто как свои репозитории поделит. К примеру, здесь мы видим Base и Upstream. В Base лежат базовые пакеты для работы операционной системы, а в Upstream – всякий дополнительный софт. Кроме репозиториев от самого дистрибутива, бывают репозитории и от разработчиков программ. Разработчики дистрибутива больше заинтересованы в стабильности своей системы и ради этого могут не добавлять свежевыпущенные версии программ. Ну и не всегда бывает время оперативно добавить программу в репозиторий, так как зачастую мейнтейнеры отвечают за сотни различных пакетов. А разработчики софта больше заинтересованы, чтобы пользователи получили более новую версию программы. И ради этого они могут поднять свои репозитории, где сами будут следить за актуальностью софта. При этом в их репозиториях не содержатся все пакеты системы, а только сама программа и ее зависимости. К примеру, у VirtualBox есть свои репозитории. Чуть больше информации о репозитории можно получить с помощью команды DNF repolist. Здесь мы видим, что статус репозитория enabled. Репозиторий включен в настройках DNF. То есть мы можем по необходимости временно включать и отключать репозитории, чтобы поставить программу именно из этого репозитория. Также мы видим количество пакетов в репозитории и его размер. Repo Mirrors – это зеркала, серверы, дублирующие содержимое этого репозитория. Они позволяют снизить нагрузку с основных серверов дистрибутива, а также физически они располагаются ближе к вашему региону. Скопируем ссылку и используем утилиту curl, чтобы посмотреть содержимое этой ссылки. Хотя можно было увидеть это и через браузер. HTTP – это протокол, который используют веб-сервера, и именно он используется, когда вы заходите на сайты через браузер. А repo base URL содержит ссылку на репозиторий, который мы используем, как раз одно из зеркал. Здесь у нас сами пакеты в директории packages и информация о репозиториях в repo data. Как раз там хранится информация о всех файлах в репозитории, их зависимостях, версиях и тому подобном.
За счет этих файлов пакетный менеджер, еще не установив сам пакет, уже знает, какие у него зависимости и в целом может вывести информацию о каждом пакете. DNF скачивает информацию о каждом прописанном репозитории, благодаря чему он за долю секунд может вывести информацию о любом пакете, даже если он не установлен. Здесь же можно увидеть, а в каком именно репозитории находится данный пакет – upstream. Но информация о репозиториях может устаревать. Каждый день в репозитории могут добавлять новые версии пакетов, исправления багов и уязвимостей. Если DNF не будет постоянно обновлять информацию о репозиториях, то у него останется старая версия этой информации, и он не будет знать о новых версиях. Поэтому в системе есть таймер. Как видно, примерно раз в час DNF запускает команду dnf-make-cache, что обновляет метаданные. Кстати, можно создавать свои локальные репозитории, которые будут синхронизироваться с репозиториями дистрибутива. Это бывает полезно в компаниях, где много Linux-серверов. Вы можете держать один репозиторий и обновлять только его, а все остальные сервера будут брать пакеты из этого репозитория. Это поможет значительно сократить трафик в интернет и ускорить установку пакетов. Также полезно, когда интернета совсем нет. Кроме того, DVD-диски и ISO-образы дистрибутивов также содержат репозитории, которые можно использовать при установке системы и после. Для примера добавим репозиторий. Это можно сделать несколькими способами. Через саму команду DNF, либо создав файл. Файлы репозиториев лежат в директории etc/yum.repos.d и заканчиваются на .repo. Посмотрим base repo. В квадратных скобках указан идентификатор репозитория. Его и следующее поле, name, мы можем задать сами. Это просто название. Mirror list – список зеркал. Не у каждого репозитория могут быть зеркала, поэтому мы можем не указывать эту опцию. Base URL – это ссылка на репозиторий. В данном случае ссылка закомментирована, потому что прописаны зеркала. Но если бы их не было, нужно было бы указывать свою ссылку. Enabled говорит о том, что данный репозиторий включен. GPG check – проверка ключа, и GPG key – сам ключ. Дело в том, что зачастую репозитории находятся в интернете. И существует man-in-the-middle-атака, которую мы обсуждали при изучении SSH. Кто-то может встать посреди трафика и обманывать нас, притворяясь нужным сервером. Если кто-то притворится репозиторием, то мы будем скачивать и устанавливать пакеты с этого сервера, при этом даже не догадываясь, что устанавливаем измененные пакеты, которым могут быть вирусы и прочий нежелательный софт. Поэтому репозитории и все пакеты в репозиториях подписываются специальным ключом. Этот ключ есть только у людей, которые добавляют пакет в репозиторий, и называется приватным. Когда я хочу добавить чей-то репозиторий, владелец репозитория предоставляет мне другой ключ. Этот ключ может быть на сайте репозитория, либо прийти вместе с системой, то есть он доступен всем, поэтому называется публичным. Так вот, разработчик подписывает репозиторий и пакеты приватным ключом, и я, благодаря публичному ключу, могу убедиться, что это именно тот самый репозиторий или пакет. Если кто-то другой посреди поставит свой сервер, то он подпишет свой репозиторий другим приватным ключом, а значит я, благодаря другому публичному ключу, пойму, что это не тот сервер. Может, поначалу звучит сложно, но работает это довольно просто. Добавим репозиторий VirtualBox. Идем на сайт virtualbox.org, Downloads, Linux Distributions и спускаемся в самый низ. Находим строчку Users of Oracle Linux RHEL и нажимаем по ссылке. Нам откроется файл репо. По идее, достаточно скопировать этот файл в нужную директорию, но мы пойдем сложным путем. Скопируем только ссылку. Создадим файл в нужной директории. Зададим произвольные имена в квадратных скобках и name. Вставим ссылку, добавим enabled 1 и jpg check 1. Посмотрим список репозиториев. И в списке появился репозиторий vbox. Попробуем найти пакет VirtualBox. И мы видим три подходящих пакета. Попробуем установить пакет. Установка запустилась. Мы видим, что этот пакет будет скачиваться с репозитория VirtualBox,
и видим все зависимости, которые подтягиваются с апстрим репозитория. Но как только дело дошло до установки пакета, DNF понял, что для VirtualBox не установлен публичный ключ и остановил процесс. Мы можем отключить проверку пакетов или добавить ключ. Для интернет-репозиториев отключать проверку не стоит, но в локальных иногда можно не заморачиваться с ключами. Попробуем отключить проверку. Заходим в созданный файл и меняем jpg-check на 0. Затем заново запускаем установку. И она проходит успешно. А для удаления пакета воспользуемся командой dnf-remove. Теперь попробуем добавить ключ. В том репо-файле, который предложил VirtualBox, в качестве ключа была предложена ссылка на файл на сайте VirtualBox. Мы же для большего понимания процесса сделаем несколько иначе. Скачаем ключ и добавим его в систему. В предыдущей ссылке поднимемся чуть выше, где увидим команду rpm import. Нам нужно скачать ключ, а потом импортнуть. Вторая команда делает это разом. Get скачивает файл с интернета, передает его через pipe команде rpm, который импортирует. Можно сразу ввести эту команду, но для понимания разделим ее на две части. Для начала скачаем ключ. Мы можем посмотреть содержимое ключа. Это текстовой файл, в котором большой набор символов. Теперь ключ нужно импортнуть. Sudo rpm import. После этого не забудем заново включить проверку ключа. И попробуем заново установить VirtualBox. На этот раз добавим ключ Y, чтобы он не спрашивал, уверены ли мы, что хотим установить. И снова установка прошла успешно. Хорошо, с репозиториями разобрались. Но не для каждой программы есть репозиторий, и не каждый пакет есть в репозитории. Скажем, нам нужен определенный пакет, который есть в репозитории другого дистрибутива, либо в новой версии нашего дистрибутива. Но подключать их не стоит. Пакетный менеджер может увидеть какие-то пакеты новее в другом дистрибутиве и попытаться обновиться. Тогда у нас часть пакетов обновится, часть останется и выйдет куча проблем с зависимостями. Поэтому надо стараться избегать использования сторонних репозиториев. Попробуем найти какой-то тестовый пакет и установить. Можно погуглить, либо зайти на сайт rpmfind.net и попытаться что-то найти. Например, Atop. Найдем подходящую архитектуру x86-64-rpm и скопируем ссылку под download. А дальше достаточно в командной строке прописать sudo dnf install и ссылку на rpm файл. DNF сам скачает этот файл, найдет для него зависимости и установит пакет. Обратите внимание, как DNF в качестве репозитория для этого файла указал command line. По похожему принципу можно установить скачанный файл. DNF install и указать на файл. Касательно установки программы разобрались, теперь насчет обновления. Проверить наличие обновлений можно с помощью команды DNF check upgrade. Обновлять программы можно с помощью sudo DNF upgrade. Если указать после команды определенный пакет, то обновится только он и его зависимости. Если же ничего не указывать, то обновится вся система. После некоторых обновлений следует делать перезагрузку. Но не после всех, поэтому вы можете быть не уверены, а нужно ли. Можно воспользоваться командой dnf needs restarting -r, она подскажет. Иногда бывает, что вы помните название программы, но не знаете, в каком именно пакете она находится. К примеру, вы можете помнить команду nslookup, но не знать про название пакета. И пусть это даже не команда, а конфиг файл, библиотека или любой файл программы. DNF provides позволяет найти имя пакета, в котором содержится нужный файл. Для удобства некоторые пакеты, которые часто используют вместе, объединены в группы. Посмотреть список доступных групп можно с помощью DNF group list. С помощью group info можно понять, какие пакеты входят в группу, а с помощью group install можно установить все эти пакеты. Помимо групп есть модули. Модули, как и группы, содержат сразу несколько пакетов, но при этом пакеты в модулях связаны версиями. Обратите внимание, что есть несколько модулей Container Tools, и в одной версии используются самые актуальные версии пакетов, а в другой используется более старая версия пакетов, при этом учтены зависимости, и они также не самые свежие. Более детально узнать о каком-то модуле можно с помощью DNF-модуль info, указав при этом нужный модуль и его версию.
Ну а для установки, соответственно, DNF модуль install с нужным модулем и его версией. Кроме этого, DNS хранит информацию всех операций, DNF history. В этой истории у каждой операции есть номера. Для примера возьмем 32. Мы можем детальнее узнать про эту операцию, указав history info 32. Ну и проделанные операции можно отменить или заново применить с помощью DNF history undo или DNF history redo. У DNF огромное количество различных возможностей, и все я разобрать не могу. С каким-то функционалом вы познакомитесь со временем, а какой-то вы ни разу и не используете. Но есть документация, и если вам что-то понадобится уточнить, скорее всего в ней вы сможете найти ответ. Подведем итоги. Сегодня мы с вами разобрали, что такое пакеты, чем занимаются пакетные менеджеры, поговорили о репозиториях и разобрали базовые команды для работы с DNF. Теперь вы знаете, как устанавливать программы, откуда их брать, как обновлять систему и как все это работает.